Всем привет, друзья! С вами снова я, Гордей. И где я вообще нахожусь, вы, наверное, спросите. И откуда Грейт? Ну что ж, ребят, кто-то, наверное, заходил на канал Грейт Плей и смотрел там старые видосики, и там как раз-таки был вот так видео про его новое метро. Вот так. Вот такие вот декорации. Ну что ж, ребят, не узнали? Да, наверное, вы узнали все правильно. Это новое метро Грейта в Майнкрафте. Он это метро начал строить совсем недавно. Вот, смотрите. Это его главный вход в метро, касса. Давайте посмотрим, что здесь находится. Так, вот, смотрите, вот. Билет 58 рублей, выдача билетов. Все, выдача билетов, у нас билеты выдались только что. Ну и вот, давайте сейчас возьмем вагонетку, чтобы мы не шли пешком, а ехали на вагонетке. Вот вагонетка берем. Ну и тут метро Грейт Плей, Сокольническая линия из 10 станций. Ну что ж, ребят, здесь нужно поправить, тут рельсы. Рельсы. Все, давайте здесь ставить рельсы. Да нафиг! Жесть. Так, ладно. Давайте здесь починим так с вами. Давайте поставим туф. А, нет, туф надо сначала поставить. Так, ребят, вот. Да, не надо. Да ты чё? Ты чё делаешь? Вообще. Так. Ладно. Станция. Он тут катается уже в метро. Ладно, давайте мы с вами покатаемся. Сокольническая линия из 10 станций. Так, ребят, поехали. Стоп, я не понял, по какому пути. О, давайте по этому пути. Да, ну нафиг. Это обратный путь. Ребят, я не заметил что-то. Ребят, кто-нибудь из... Ребят. Кто-нибудь из вас, наверное, знал, что здесь вот этот путь к Сокольнической линии, а вот это от Сокольнической. Ну что ж, ребят, давайте сейчас поедем с этой стороны. Все, Сокольническая линия, погнали. Станция Электродепо, следующая станция Европейская. Вот такая вот станция Электродепо. Прикольно. О, он уже она Адмиралтейской. Вот такая вот станция Электродепо. Так, ребят, следующая станция у нас будет Европейская. Ладно, поехали. Садимся на вагонетку и едем. Ребят, он, как вы, наверное, уже заметили, у него уже двухпутное метро. О, он уже на Осьминина. Он уже на Осьминина приехал. Так, информатор. Станция Европейская. Следующая станция имени Сёмы Плейгеймс ТВ. Ну что ж, ребят, вот такая вот станция Европейская. Она очень красивая. Вот. Даже сидушки такие есть, как в московском метро. Ну что ж, ребят, следующая станция у нас имени Сёмы Плейгеймс ТВ. Сёмы Плейгеймс ТВ. Если ты смотришь это видео, то... Да, ты, наверное, то напиши в комментариях, был ли ты в этом метро, метрополитене, новом метро, вот типа этого. Грейт Плей. Станция имени Сёмы Плейгеймс ТВ, следующая Адмиралтейская. Вот такая вот станция имени Сёмы Плейгеймс ТВ. Да, у нас скоро будет видео совместно с... Сёмы Плейгеймс ТВ, будем строить мое новое метро вот по таким вот новейшим технологиям. И следующая станция у нас будет Адмиралтейская, как нам говорил информатор. Ну что ж, ребят, погнали. Станция Адмиралтейская. Он там, походу, железнодорожную достраивает. Я в этом метро только первый раз. Ребят, вы прикиньте, только первый раз. Информатор. Станция Адмиралтейская. Следующая Осьминина.
Ну что ж, ребят, вот такая вот станция Адмиралтейская из алмазов, из незерита. Вот такой вот якорь построен. Необработанное золото. Что за жесть? Следующая станция Осьминина. Господи. Станция Петра Осьминина. Да, у него было, ну, короче, старое название. У него эта станция была на фиолетовой ветке старого метротрама. Что ж, ребят, мы едем. Информатор. Станция Осьминина. Следующая железнодорожная. Вот такая вот станция Осьминина. Вот такая красивая. Какой-то пурпур. Вообще, хз, что это за пурпур вообще? Ладно. Осьминина. Железнодорожная. Ладно, ребят, железнодорожная. Следующий. Так. Ладно. Она уже достроена. Давайте мы поможем пока проложить рельсы в два пути. Вот, ребят, у него двухпутная метровая ветка. Да ну нафиг. Ладно, ребят. Вот так вот мы прокладываем рельсы. Вот так вот. Все, гов старое. Нет. Я достраиваю. Короче, вот морской якорь у него тут. Я достраиваю. Вот. Смотрите. Вот так вот. Что-то она какая-то темная вообще. Жесть какая темная. Итак, ребят. Ну что ж, ребят, вот такое вот какое-то видео у нас получилось с грейдплеем. Вот, мы с ним строили новое метро, метрополитен, точнее. Сейчас я с ним пойду играть в его старый метротрам. Ну а если вам понравился данный видеоролик, то, пожалуйста, поставьте на него лайкос и подпишитесь на мой канал. Ну а над видео старались грейдплей и суперканал Гордея. Ну что ж, ребят, желаю всем удачи и всем пока!